В Актюбинской области на изъятые у коррупционеров деньги достроят школу в селе Кумжарган. Открыть ее планировали еще в начале 2019 года, чтобы решить проблему детей из 54 семей, которые учились в ветхом здании старой школы. Однако подрядная организация не выполнила свои обязательства, и ее признали недобросовестным поставщиком. На данный момент к объекту привлечен новый подрядчик, который получит для завершения работ 150 миллионов тенге. Эти средства изъяли по двум громким коррупционным преступлениям. Всего по итогам досудебных расследований в сентябре текущего года виновные должностные лица возместили причиненный ущерб в размере 200 миллионов тенге. С начала года зарегистрировано 101 уголовное дело, привлекается к уголовной ответственности 51 лицо. Из суммы изъятых, сумма возмещенного бюджетных денежных средств составляет 197 миллионов тенге. Наиболее часто распространенные преступления – это сфера земельных отношений, сфера государственных закупок, а также сферы дорожной полиции. В планах, да, имеются у нас уголовные дела, по которым мы будем стараться обеспечить возмещение ущерба, по которым мы также будем исполнять поручения президента и деньги направлять на строительство школ. При этом часть возмещенных денежных средств направят на обустройство одной из самых крупных в стране воркаут-площадок, которая появится в Актюбе. Это придаст импульс развитию детского массового спорта, добавили в антикоррупционном ведомстве.